Здравствуйте! Сегодня я буду сеять глоксинию семенами, потому что пришло время. Семена глоксинии высевают с февраля по март, но лучше это сделать в феврале, чтобы у глоксинии успели образоваться клубеньки к осени. Глоксиния у меня растет. Вот, посмотрите, уже такая с прошлого года. Я тоже ее выращивала из семян. Глоксинии очень светолюбивые растения. Немножко постояла в тени и посмотрите, как начала вытягиваться. Поэтому срочно поставила на светлый подоконник. Как сеять семена? Семена у глоксинии Здесь их всего 5 штук. Вот посмотрите, они такие здесь. Вот дражированные, уже обработанные. У таких семян важно разрушить оболочку. У меня так произошло с эустомой. Я недостаточно хорошо опрыскала при посеве. И сейчас эустома всходит. И вот эти вот шапочки как бы остались на сеянцах. Для посева я выбрала пока небольшой вот такой вот горшочек. Решила посеять, потому что когда Подрастут сеянцы, то в фазе трех листиков их нужно будет рассадить по отдельным горшочкам, как сеять семена глоксинии. Их просто нужно разложить по поверхности грунта, не присыпать ничем, опрыскать, как я уже сказала, хорошо водой. Воду я беру обязательно снеговую и пролила предварительно грунт фитоспорином за день до посева, а сегодня еще пролила теплой снеговой водой талой. И семена после того, как разложу, я тоже опрыскаю снеговой талой водой, чтобы разрушить оболочку обязательно. Грунт для глоксинии я взяла «Живая земля». Он уже с агроперлитом, в составе очень много полезных микроэлементов универсального назначения. Вот таким вот образом нужно посеять в феврале-марте в глоксинии. Спасибо за внимание!